И еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Возвращаемся на Рог Мастерс, региональный финал. У микрофонов клана Гомер. И вот-вот начнется вторая карта первого полуфинала на сегодня в противостоянии между Вега Сквадрон и Мауспорт. Битва очень ожесточенная. Свою карту все-таки отжали Вега. Это было трудно, но парни справились. Сейчас задача номер один для Мауспортс — ответить той же монетой и выиграть нюк. Благо для мышек, сейчас они играют свой пик, так что действительно, я думаю, на нюк у них все заготовлено заранее. И там очень много интересных раундов. Мы видели, как работают снайперы команды, это даже на Мираже выглядело очень впечатляюще. И сейчас, когда такая карта, где много дальних дистанций, как нюк, в принципе, можно реализовать и два АВП сразу. Это и рампы, это и аутсайд, можно как-то еще напрягать оппонентов. Ну и вот уже прямо сейчас у нас начинается сайдбит. Удачи командам, вам приятного просмотра, пусть победит сильнейший. Вега Сквадрон у нас сейчас в деке. Просто логотипы смутили меня почему-то. Мышки оказались под российскими знаменами, даже над российскими знаменами. Такое иногда бывает. Такое тоже бывает иногда. Зависит это не от нас, дорогие друзья. И как только это заметят админы сервера, тогда это уже пофиксят. Админы сервера, которые находятся очень далеко от нас, и поэтому вы сильно не рассчитываете, что от русскоязычной трансляции это зависит. Как только там поправят, у нас тоже все сразу поменяется. Да, напомним, это все-таки LAN-финал. В небольшом немецком городке все это дело проходит. Население буквально 1200, если я не ошибаюсь. Название вылетело из головы, но в наших анонсах или на HLTV оно, конечно, есть. Не Берлин. Ну, так можно обусловить. 200 тысяч, да. Далековато до Берлина еще, но, возможно, потом. Ну, ничего страшного. Сейчас уже начинается пистолетный раунд. Вега стартует за атаку и готовы давить. Причем разные позиции. Аутсайд занимается, готовится и часть игроков, судя по всему, сплитовать через рампы. Сложный пистолетный раунд какой-то задумали для себя Вега Сквадрон. Ну и три игрока. Все идут дуэлиться с Робсом и Крис Джеем. Тут их два. До Робса никто так и не добежал. Крис Джей вешает великолепные хедшоты. Робс на 8 хп перетягивается за ящик. Ну и бомба-то на земле. Так, Мир, неплохой фраг по Сане дает. Чоппер еще и находит минус по Робсу. И после этого можно пытаться разыгрывать. Вот только Джиара потеряли. И это небольшая, да все-таки проблема. Быстро этот раунд уже точно никак не закроешь. Крис Джей стоит на бомбе и никуда с нее уходить не собирается. Миру и Чопперу в идеале как-то в паре разыграть. Понимают, как нужно действовать. Но очень тяжело. Крис Джей мансит между двух позиций. Но Мир смог его законтролить. Вот теперь уже и бомба на руках. И шанс дойти до одного из понтов увеличивается. Действительно, Вега все-таки в рамках одного раунда умудряются перехватывать инициативу Стика без позиции. Вот так встреча была сейчас у Мира со Стикой. Оба не были к этому готовы. Призвал Чоппера на помощь. Выбил, кстати, киты. И теперь меняется вектор атаки вновь от Вега Сквадрон. Очень ситуативный раунд, который вот до конца, до последнего трудно было понять, чем закончится. Сейчас же уже ясно, это выход на верхний поинт. Оскар неподалеку находится, но в идеале бы сходить за китами. А киты очень далеко. Это сходить за китами, слэш забраться в девятку, по-моему, будет вот такой план. Правда, Оскар может еще и на Б спуститься с такими темпами. Ну, как-то Оскар вообще не торопится. Он... Да, он пошел чекать Б, это должна быть пистолетка для команды Вега. Они постоянно играли 2 против 1. Забрали Крис Джея, потом забрали Стику. А вот Мауза не смогли как-то скоординировать свои действия. Чоппер слышит, но это легко. Да, так и есть. Чоппер слышит, Мир убивает, все в порядке. Ну, была 100% инфа по последнему игроку. У того не было возможности выйти. Выбраться из вентилей. 1-0 в пользу Вега Сквадрон. Теперь у нас Маус против Маус. Были какое-то время и, наконец-то, Веги вернули их родной логотип. Все, акулы на месте. И действительно, очень интересный пистолетный раунд мы наблюдали. Единственный момент, когда в паре разыграли Мауза, по факту им чуть ли не обеспечил весь раунд. Вот тогда, когда действовали Крис Джей вместе со своим тиммейтом под рампами, это было эффективно. Но потом получилось развести на индивидуальные перестрелки, и там Вега были посильнее. Ну что же, 1-0, 3 фармгана, 2 калаша. Для атаки Мауза традиционно закупают скаут, диглы, 5-7 и ЦЗшки. Кстати, даже небольшой упор на эти 5-7. Ну, тут, да, их чуть побольше есть, чем других пистолетов, но в целом такое интересное решение. Я думаю, каждый выбрал свою позицию поудобнее. Сани вот на Close Range играет. Понятно, что дигл Оскара в упор не пойдет, хотя вот сейчас дым заставит его это сделать. Ну и есть первый минус. Погибает Крис Джей.
со своим скаутом на руках. Сани пытается выйти и прочекать улицу, но и к этому были готовы Вега Сквадрон. Пока что два безответных минуса для террористов. Ну и Стика, Оскар плюс Робс пока живут. Ну так, поступательно атакует Вега. Никуда особо не торопится. Медленные раунды в их исполнении. Четко прочек каждой позиции. Попытки не отдаться в соло друг за другом. Вот так, например, на врыве на Оскара. Да, вроде бы и потеряли Джиара, но тут и так был Рыдовый. Неподалеку был Кеша, который моментально разменял. А четкое взаимодействие внутри команды у Веги. Получает очень много дэмэджа Кишандар, но все-таки проходит с точку, ставит бомбу. Ну, информация есть. Как по Робсу, так и по Стика. Ну, Стика уже тоже запалился, и вправду здесь будет порядком тяжелее такое выбивать. А пойдут ли они выбивать вообще? Вот в чем вопрос. А, все же один из игроков вернулся вверх по вентилям. Стика ушел, да. Ровно так же, как и Робс. Тот подбирает скаут. Было бы неплохо попытаться, конечно, подобрать еще и, по-моему, МАК-10 Джиара, но это уже не настолько реальная задача. Там игроков атаки порядком побольше. Ну, Вега понимает о том, что уже никто с ними воевать не пойдет. Это будет 2-0. Безусловно, сейф скаута, армора, 5-7 и дефьюз китов — это очень классное решение от Робса. Ну и Стико тоже не умер, что, в принципе, позволит сыграть практически тот же раунд Моузам прямо сейчас. Да, пистолет можно дропнуть или скаут это сделать, да, логичнее будет Крис Джею как раз. Ну а сам будет играть и дальше со своим пистолетом и китами. Пока 2-0, Вега весьма-весьма так четко, с пониманием играют первые раунды на карте Нюк, и у нас залетает пауза. Очевидно, не тактическая. Вега Сквадрон чуть ли не впервые приостанавливают матч. К сожалению, вот в чате нет конкретной информации, все-таки пауза тактического характера или все-таки нет. Ну, пауза была быстрой. Ну, как-то после счета 2-0 в твою пользу странно тактическую паузу прожимать. Здесь Вега такие: а, там эко, что делать? СОС, нужные заготовки. Ну, понятно, что нет, какие-то небольшие трудности, возможно, с ТСом какие-то возникли проблемы, мышка отошла и так далее. Бывает, ну, что угодно. Спортс, от этих парней можно ждать чего угодно. Все-таки докупаются еще два армора, 5-7, и только Сани мы видим на P250 без ничего. Ну, пока у Веги хорошая рассылка на аутсайде, они просто пытаются проходить дальше. Кешу идут давить, неплохая ХАЕ прокидывается. И дальше идут пушить уже на Кешандра, минус еще и по миру. Но все пока только на разменах. Чоппер волхиповый, но есть по-прежнему Худжи на калаше, который свои фраги оформляет всю команду. Оскар очень классный тайминг подловил. Все-таки пока летели пули в сторону Крис Джея, Оскар сделал свой фраг. 2 в 2, Джиар еще один минус, но он красный, как и Чоппер. Крис Джей-то успел попасть со своего скаута, это главное. Оскар подобрал калаш на руки. Джиар, 3 хп, он пробежался по Молотову, судя по всему. Оскар, ну, первую дуэль-то выиграет точно. Сложно назвать это дуэлью, просто Джиар прочекал своим телом. Может быть, все-таки нужна была пауза против эко, тактическая. Это форс, это не эко. А что, выход, и Чоппер повесил хедшот. Ну, Оскару здесь без вариантов. Тот был без позиции, ну, по крайней мере, похуже его позиционка была, чем у оппонента. А Чопперу хватило одной пули, второй бы у него и не было, скорее всего. Все же 2 хп у Леонида, и этого оказалось достаточно. Очень тяжелый раунд для команды Вега, но все-таки счет 3-0 у нас на табло. Крис Джей продолжает играть на скауте, Оскар UMP-шка, ну и оставшиеся игроки на кольтах. Ну что, пошли. Действительно, давайте смотреть, как будут разыгрываться эти девайсы. Джиар, такой шанс был у него на первый пик, но все-таки реализации не хватило немного. Крис Джей вообще не ожидал подобного тайминга. Крис Джей! Хедшот по миру. Очень открыто действовал мир. Прям по скале бегал, ну или по цистерне. Кому как удобнее. А тут уже эффект бабочки в деле. Если бы Джиар дал этот фраг, то Крис Джей бы свой минус не нашел. Начинается пробежка. Кстати, очень агрессивно бегут в направлении Б. Планта, находят Робза. Здесь уже и дверца открывается. Готовится раскид. Оп, вот. Отмена аркады. Интересно, что Вега до этого играли очень медленно, а здесь, ну, по факту уже находится под плантом. Ну, здесь все игроки защиты тоже. Так что, может быть, и не стоит идти до конца. Оскар успеет ли кого-то подловить? Да, все-таки срезает Кешандра. Вега развернулись, но потеряли тиммейта. Потеряли тиммейта с бомбой, что немаловажно. Ой-ой-ой. Последний бежал, бомб кэрри, и теперь Вега не только в меньшинстве, да еще и в потребности как-то вернуть себе бомбу под контроль. 3 в 4, при этом у Джиара мы видим очень мало хп, бомба лежит. Ну, под флешку, надо как-то чекать. Ой, тяжело будет, Чоппер пойдет через рампы, но 30 секунд времени тут он не успеет.
по крайней мере, сделать это тихо, пойдут выбивать без Чоппера, скорее всего. А вот и флешка, а вот и попытка выйти все-таки с ВП от Джара, Худжи. Ну что, на стрейфах пытается переиграть оппонента, парный выпад, который Маус закрывает без проблем. Звено Сани и Оскара дает нужные фраги, Чоппер не успел совсем немного в спину, но теперь 10 секунд, и от него просто убегает Мауза, понимая, что здесь раунд они уже выиграли. Бери АВП и беги. Все, что сейчас должно звучать в тимспике команды Вега. Чоппер все-таки обезопасил себя коктейлем Молотова. И это первый раунд, который отправляется в актив команды Mousesports. Ну что, с первого девайсного мышки моментально отвечают своим оппонентам. Неплохо показывают себя. И этот фраг по миру был одним из очень таких ключевых, или не фраг от Джиара, кому как удобнее что считать. Но если бы Джиар сделал минус по вражескому снайперу, тогда дальше уже игра была попроще. Не смогли выйти на 4-0 Вега, сейчас докупают, все-таки мы видим пару фармганов, и все-таки Джиар дает энтри. В этот раз все стартует и вправду с энтри от Джиара, но не проверили еще одного игрока, и это была проблема. Проблема усугубляется, снова у Веги выпадает бомба в самом неудобном месте, это третий раз за 5 раундов, когда Вега лишается бомбы и нужно ее выбивать. Не уследили вновь за коварной бомбой. Сани это понимает, зовет Стика, зовет еще одного тиммейта. Это будет очень жесткая битва за бомбу. Ну, будут во всеоружие принимать сейчас. У Веги не остается выборов, кроме как пытаться как-то подступиться к этому планту, пытаться выбить бомбу, возможно, опять кого-то загнать в тылы. Но к этому Маус уже, скорее всего, будут готовы. А Крижей чекает девятку, побаивается какого-то флангового врыва, но Вега практически на своей базе стоят. Вот что тут делать Веге, абсолютно не ясно. На рампах, конечно, никого, это здорово, но... Спину-то контролят. Мауза во все позиции могут смотреть. Криджей не пропустит в спину, по идее. Да идти как-то опасно на эти рампы. То есть это минимум вдвоем нужно туда открываться. Бомба, а вас всего трое. Да, бомба сама себя не заберет. Ой-ой-ой, или заберет. Смотрите, они просто забыли в один момент поконтролить, как там стоят дела. Забежали, подняли поинт и ушли. Правда, 28 секунд и уже мало времени. Нужно просто лететь куда-то и ставить бомбу. Пытаются по таймингу выждать. Сейчас Сани подставился, это хороший фраг, но тут еще есть с кем подуэлиться. Тот же Стика. Джиар, отличный второй фраг, но Стика работает на размене крайне эффективно. На Б, на Б, на Б можно еще убежать. Кеша, это должны понимать игроки Mousesports. Бомба в закрытую, 9 секунд, успевает. Да, Кешандр-то успевает, а вот Стика разменять, ну, здесь моментально на установке планта сделать он фраг не смог. Максимум здесь выжил Кешандр, конечно, в своей ситуации, но очень быстро Маус поняли, к чему идет дело. Ну и выиграют второй раунд для себя. Сложно было не понять в таком-то тайминге. Действительно, Мауза очень быстро среагировали на происходящее. Дефьюз бомбы, счет 3-2, и должен быть довольно консервативный раунд от Веги. То есть какие-то пистолеты, плюс арморы, плюс раскидка. Ох, это бомба, которая вечно столько проблем создает для Вега Сквадрон. Им приходится играть не раунды, которые они придумали, а раунды на спасение рядового Райана в таком духе. То есть тратить максимум усилий на то, чтобы просто поднять поинт. Ну, сейчас, кстати, Вега вообще особо не тратились. Это 4 дигла, 1 армор у Чоппера. Даже флешку не купили. Так будут чисто бежать на перестрелки, и перестрелки пока не лучшим образом складываются. Ну, понятно, что на такой дистанции против Авика Крис Джей крайне тяжело работать. Крис дает 2 фрага, и только после этого Кешандер смог дать размен. Этот размен ничего не решит в итоге, скорее всего, хотя мир еще пытается зацепиться. Можно пробежаться за этим АВП. Мир вот это выпрыгнул. Эх, жаль только, что Дигл уже так, да и в принципе он редко когда так работал. А здесь, ну, только Лаки Шот мог бы как-то спасти мира, его не было. Ну, Вега. 3-3 уже счет для них и очередная закупка. Без АВП. Никто легкой каточки и не обещал команде Вега. Пока статистика на экранах, немного исчез Робс. Ну, вообще на рампах, наверное, просто экшена маловато. Ну да, пока к нему ходили буквально один раз, это на пистолетке. Дальше уже пошла игра. GR пытается пробегать на раннем тайминге. Перестреливается против Сани. Эти вот ранние драки на аутсайде. На самом деле Вега чаще выигрывают, чем проигрывают. Потом проблемы начинаются. 5-4. Бомба на руках. Бомба выходит под рампы, которые абсолютно никто не контролит. Робс уже чуть ли не на базе Б. Так вот, и есть. Вот вам и работа для Робса сейчас, возможно, найдется. Но раньше размен находит для себя Крис Джей. Плюс еще недефолтная позиция игрока была неподалеку от радио. Возможно, тоже так же будет фраг. Оскар выходит в аквариум. Кешандер чуть-чуть не успел среагировать. Тико минус. Худжи отвечает. Робс. Бомба! Ну, это, как всегда, по классике. Прямо Робс в руки она падает, чуть ли не в карман.
ну и в меньшинстве Вега, хотя здесь уже Роб слишком сильно ждал рампов, за что и поплатился. Криджей в спине, да, именно он будет главным игроком. Кишандр разменялся, один в один, Стико. А дверца-то закрыта, придется идти через аквариум. В молотов немного Кишандр зашел, но по хп почти не просел. Кто кого раньше заметит, Стико был первым. Ну, Кеши без вариантов, уже был он как-то... Ну, наверное, не видел даже оппонента. Инфы маловато все-таки было у Кеши. Стико более-менее понимал, что будет где-то за цистерной. Кишандр 4-3 и 4 раунда подряд выиграли Mousesports. Ну, на то это и нюк, на то это и защита, на то это и пик. Mousesports действительно показывают пока что Мауза очень уверенную игру. Вега, ну, иногда сами нарывались на неприятности. Сейчас же уже экономика наступает на горло. И та же раскидка через улицу и попытка ее занять вновь. Раскидка на улицу, а вот вектор атаки явно направлен налево-лево. Старые добрые рампы и молодой горячий Робс. Оставили только Джиара там, да, на аутсайде. Остальные будут давить Робза. И, кстати, задавили хорошо. Криджей пытается страховать, но уже пустую позицию. И вот, возможно, зря он так стоял. Все же против четырех пистолетов стреляться в соло ему не было шансов. Хотел как минимум двоих забрать из этой позиции, но ВП не так быстро перезаряжается, как требовала ситуация. 3 в 3. Мир на авике. Кеша с кольтом на арморе. Ну что, Фуджи. Тяжелый армор есть, но нет пока девайса. И 3-4 хп это, конечно, маловато. Минута времени, а значит, можно попытаться забайтить Mousesports на какие-то ошибочные перетяжки. Те вот сейчас пытаются законтролить улицу, проверить, нет ли там кого-либо из игроков атаки, а те просто с мертвых мест не сдвинулись по-прежнему. Как стояли под Б, так и стоят. Стоят, я бы даже сказал, на рампах. Тут еще можно на А развернуться. Но вот Мауза в поисках. Никого вообще не увидели, улица никого, а пусто, тихо. Ну, такой информационный вакуум для Mousesports. До последнего не буду знать, куда направлен выход. Хотя вот точка, конечно, неплохая. У игрока под Б-плантом. И, наверное, где-то здесь он соберет инфу пораньше. Хотя хитро играют. Вот посмотрите, как Вега двигается. Санни до сих пор не понимает, что тут творится. Ой-ой-ой, главное не выйти сейчас боком. Санни, вот он контакт. Кишандр на 12 хп делает этот минус. Бомба установлена. Так, нужно еще подобрать девайс для Худжи. Он с этим, конечно же, справляется. И вот она попытка выбивания. Мир уже похоронил Стика. Это был очень важный игрок на рампах. Оскару придется идти сразу на небольшой, но все-таки перекрестный огонь. Правда? Если двоих закроет, 1-1 он это не делает. Ну, как он был близок. Ну, он вроде бы и понимал, что второй там неподалеку. Вроде и хотел закрыть оппонента, но немного не туда навел прицел. А Кеша не отпустил своего оппонента. 4-4, а там размены-то все это время были неплохие, так что Мауза уже сейчас вынуждены делать вот такой вот любопытный форс с АВП, с UMP и тремя пистолетами. Вега где-то неожиданно сами для себя подрывают экономику команде Mousesports. У тех есть АВП, АВП, которое должно закрыть как точку А, так и улицу сейчас. Ну, Криджей неплохо работает. Нужно отметить отдельно то, что именно он является мейн-снайпером. Mousesports, очевидно, на карте нюк, по крайней мере, в защите. И Оскар реже берет авик в руки себе. Но Крис регулярно какие-то полезные минусы для коллектива приносит. Иногда проблема все-таки в тиммейтах. Раскидка под улицу, и в этот раз именно сюда пошла команда Vega Squadron. Оборона на плечах одного Сани. Ну, Мир ждал тылов и все-таки дождался. Он Стика забрал оппонента. Тут, правда, был только на пистолете. А вот и Криджей, его АВП уже находится. Первый фраг похоже в упоре. Здесь Саня, его ЦЗ, ну, не оставляет ни малейшего шанса на выживание Кишандру. Это плюс девайсы сейчас для Mousesports в первую очередь. Чоппер решает пробежать через аутсайд уже под девятку. Чоппер понимает, что есть немного пространства на карте и нужно им пользоваться. Так как все-таки выйти на Б не получилось. Сгорел Криджей. Что это, в вентилях было? А как же так? Как же Криджей сгорел? Ну, неважно, Роб все-таки размен нашел, бомба. Выбил бомбу, пожадничал, за авиком побежал. Ну, Чоппера там ожидать вообще было нереально. Леонид оказался в непредвиденной позиции. Да, на шаг впереди находился Чоппер, ну и Санни последний. Его видели на Б, его должен ждать здесь Мир. Ну, так опасливо посматривает по сторонам. Ну, главное не идти самому дуэлиться у Мира Молотов, ХАЕ. Можно, в принципе, было остановить изначально. Понятно, Чоппер не заметил, но благо и Санни не слишком внимательно отыгрывал, слишком сфокусировался на Чоппере, он и не забрал ни первого, ни второго. Очень неожиданно Vega Squadron перехватывают инициативу из рук коллектива Mousesports. По деньгам здесь на голову выше Вега, Мауза сыграют фулл эко. Причем насколько переворачивают сейчас Вега своих оппонентов,
Но это было трудно предвидеть, потому как Mousesport набирали раунды с Триком. А так, как бы один раунд оказался ценой за следующие еще два. Тяжело, тяжело теперь уже Маунзам будет возвращаться. Все-таки сейчас они без арморов. Пара юспов, 250 ИП. Дигл, дигл, дигл! Вот так. Оскара не стоит недооценивать на любом девайсе или пистолете на руках. Фраг первым нашел. Забрал GR, отходит назад, понимает, что АВП ему тут не дадут законтролить себе в руки. Ну и под размен лучше было бы не подставляться. Правда, подставляется Сани, а не Оскар, но в любом случае фраг есть. И, кстати, снова в похожей ситуации, когда контролились просто выходы в спину. Как-то отбили желание бежать команде Вега. Как мы видим, такие закрытые точки. Худжи ждет продолжение перестрелки, но ее не будет. Криже пошел Чопора и сделал минус. Заберет калаш, увидит бомбу. Вот второго в спине уже точно не ожидали. Мир пытается успеть здесь законтролить Криже, но тот, как коршун, налетел на калаш и сразу убежал в неизвестном направлении. На самом деле направление известно, но куда потом уйдет этот калаш, вот это уже трудно предугадать. Вега, по-моему, немного растерялись здесь. Только сейчас забирают бомбу. Ну и нужно выходить на один из понтов. Так-то, ну, Дигл, F7 и Калаш, все без армора. Вроде бы проблема-то и небольшая. Кстати, бомбу так и не заметил Крис Джей. Кеша может залезть в девятку. А здесь уже есть калаш. Залезь на Крис Джея прямо сейчас, у которого калаш-то на руках и присутствует. Он дает еще один минус из него. Проблемы серьезные намечаются. Кешандр последний игрок. Времени не очень много. 13 секунд. Кеша просто не успеет выиграть такой клатч-раунд. 10. А как бы все еще первый минус для себя не нашел. Стика просто глушитель в глаз воткнул Кешандру и закрыл этот раунд. Mousesport выиграли эко. Это было красиво. Ответили практически той же монетой Mousesport. Вега взяли пистолеты плюс арморы. Мауза переплюнули этот успех и выиграли чуть ли не с юспами. Ну там фулл эко практически было, только вот что, Дигл 5-7. Это максимум, что себе позволили купить Mousesport. Вега, как-то потеряв капитана, растерялись. Они начали допускать неприятные для себя ошибки. Вроде бы и контролили спину, но второго там уже не ждали. И вот так постепенно все-таки вышли на неприятную для себя ситуацию, и с точки зрения экономики тоже, прямо сейчас. Не успел достать девайс в итоге GR. Оскар дает минус, откидывает молота, видит еще двоих. Ну, Худжи сгорел. Да, слишком много хп потерял в этой перестрелке Худжи. Это все еще колоссальные проблемы. Вега Сквадрон, Кешандр плюс Чоппер вдвоем против сразу четырех оппонентов. Те без Оскара будут пытаться контролить. И контролит отлично. Сани пробрасывает хае и параллельно стреляет по Чопперу. Кеша в соло. И, видимо, Вега не так долго будут впереди, как это ожидалось. В первую очередь, все же, ну, против Улэка они должны были справляться. Как видишь, не всегда. Против Улэка можно потащить. 6-5. С одной стороны, в атаке уже есть 5 раундов. С другой стороны, ну, шестерка была практически гарантирована команде Вега. Сами наломали дров. Да, теперь придется за шестерку еще очень сильно побороться. И для начала выпустить Маус на цифру 7, скорее всего. Либо ответочка на Фулэка. Но так часто оно туда-сюда залетать абсолютно не должно. И по идее не будет. Один дигл у Джара, три глока, Мир, Чоппер, Худжи, ну и по 250 у Кешандра. Действительно, набор оставляет желать лучшего по девайсам. Так, ну, пока снова отбили себе улицу под контроль на какое-то время. Использовать ее как-то продуктивно пока что, увы, не удастся. И Веги, ну, только рассчитывать на какие-то небольшие ошибки в позициях. Криджей пишет, да, очень важная инфа. Но пока... Ни там, ни там никаких ключевых дуэлей не было сыграно. Вега Сквадрон довольно закрыто действовали до этого момента времени, но решили попытаться вскрыть улицу. Причем впятером. Криджи это все увидел, позвал тиммейта, сам стягивается под девятку. Очень грамотные перемещения по карте. Ну, безошибочно. На пару Сани раунды закроют. Здесь, конечно же, Криджи трипл, Сани дабл. И на этом раунд подходит к концу. 7-5, Вега Сквадрон. Ну, уже близки к тому, чтобы отпустить половину под контроль своего оппонента. Но есть девайсы, но есть и хорошие новости. У Вега Сквадрон все-таки 5 калашей уже более-менее приигрались и, наверное, попытаются убить или рампу, или улицу. Скорее всего, так и есть. Ну что, попытаются, по крайней мере, реализовать гранат не так, чтобы прям совсем хватало на какой-то полноценный выход. Но вот продавить аутсайд — это святое дело, как говорится. Сани. Да, не считается. Сани Джар просто уже с ножом пытался пробежать. Робс на контакте поджал радио.
Оу, и накажет здесь, по крайней мере, одного, второго тоже постелил. Третьего забирает Робс. Эстонис спреет и по четвертому, но здесь уже не понимает, где мир. А главное, что смог отойти назад и призвать Стика на помощь. 5 в 0. Mousesport разыграли этот раунд. Мышки прекрасно осознавали, что будет делать команда Вега, и показали контрагрессию. Сани поджимал улицу, не давая пройти эту точку. Робс поджимал радио, не давая выйти рампы. То есть оказались прочитанными игроки Вега. Да, ну что, Вега Сквадрон вновь без денег. И теперь уже не то что половина, какой-то счет хотя бы в 6 раундов. Им кажется весьма-весьма тяжелой задачей. Будет буквально одна попытка, или же прямо сейчас на пистолетах взять и перевернуть. Задача из непростых, так точно. И видим, что мир худже уже с ней не справляются. Да, тут проявили некий креатив Вега до раскрытия смоков на улице. Попытались пикнуть. Нанесли Оскару ощутимый дэмэдж, но так никого и не убили. Джар живет. Оскар — отличная позиция. Двойка игроков Вега Сквадрон в вентилях. Ну что, Вега пока что вдвоем остались. Один девайс смогли себе найти, но потерять одного из тиммейтов. Разыграли на поинт. Это немного поможет в экономическом плане Веге в следующем раунде, но в этом уже ничего не позволит им разыграть дальше. Ну что, 9-5. И вот так Mousesport однозначно хороший раунд для себя набрали. Оскар убился. Какая уже разница? Я вижу 16 тысяч на руках Робса, и мы все понимаем, что тратить деньги банально некуда, Маудза. Чего нельзя сказать о команде Вега. Наконец-то фуллбай с Авиком и, возможно, снайперская дуэль на улице. Ну, может себе позволить, я правда, здесь уже Оскар убиваться сколько угодно, лишь бы это на исход не складывалось, ну... Последний раунд понеслась. Первая половина, в которой пока Веган могли бы лучше счет себе обеспечить. А теперь пятерка, которая пока никуда не девается. И, судя по всему, не денется. Учитывая то, как работает Сани на свою команду. Трипл килл уже есть. Этого должно хватить с лихвой. Вега Сквадрон, я все-таки ожидал какого-то выхода на А в их исполнении, потому что, ну, Мауза уже привыкли к этой улице. При этом даже не стесняются поджимать, мы видим, уже в ТРСП. Да, ну... Можем видеть для того, что у Веги не слишком комфортная для них карта нюк. Все-таки винрейт у них 40% на ней. И действительно, Маус вправе считать эту карту здесь более комфортной для себя. По счету мы так и видим 10-5. Могло бы быть все по-другому, но проиграли против пистолетов, казалось бы, даже без арморов, но не смогли дожать. Вот где-то здесь идеи не хватило этому коллективу. Защита у них, конечно, должна быть чуть посильнее, чем атака, но настолько лишь, чтобы выходить на победу или хотя бы на овертаймы. Ну вот она, команда Mousesports, Ламыч за спинами, небольшой тимток перед началом второй половины. Ну и начинается смена сторон. Вега деф, Мауза атака и выход на Стика уже на ноге. Ну, кстати, раз уж мы заговорили за винрейты, там какая-то невероятная ситуация. Ладно, после пистолетки за это обсудим. Потому что здесь Чоппер, Сани, Крис Джей делают всю пирушку для своих команд. Внезапно погибает еще и Крис. Как же он под мир так подставился? Худжи нападает сверху и выбивает бомбу для своей команды. Вега берут пистолетку и тем самым уже активно пытаются сократить дистанцию. Крис Джей отвернулся ровно в ту секунду, когда парень вышел с мейна. Какой там? 99,9 винрейт у Маузо? На Инферно тебе рассказать? На Инферно? Рассказать винрейт Веги хочу. Вот примерно угадай. 60? 88,9. Оу, полегче, полегче. Как вам такие циферки, друзья? 3,5 Инферно они сыграли? 9. Ну это достойно. На самом деле интересно, как дальше будут складываться дела на этой карте. Вчера там уже выигрывали, а здесь уже Крис Джей лишается головы. Подобным образом и он давал фраги. А здесь сейчас ему Джар буквально кармически отомстил. Смоук такой грустный упал после смерти Крис Джей. Стиком делает первые разменки. Шандер отвечает. Оскар один. Ну, довольно просто и четко отработала команда Вега. Ну, вроде бы уже пытался Стика работать и последующим, но не хватило там стрельбы. 10-7. В перспективе еще один раунд себе Вега должны обеспечивать. А дальше уже пошло-поехало. Полноценные разборки. И глянем за атакой от Mousesport. Все-таки пока она для нас находится под достаточно большим вопросом, то как там будут обстоять дела. Слишком мало раундов. Слишком маленькая подборка сейчас была у нас на экранах. И слишком маленький-маленький курсор над картой. Это нормально. Это специальный курсор, чтобы ты понимал, где находится карта. Джар отличный первый фраг, при этом дает он его с юспа. А дальше GoTV решила немного полагать. Такое слайд-шоу. Хорошо, что раунд экономический. В принципе, без проблем для Веги. 5 в 0 все заканчивается.
Ну и вот они калаши. Хотел бы я сказать, вот оно АВП, но Оскар не хочет играть с Авиком без ничего. Все-таки калаш и раскид. Ну, пока это не самый плохой вариант. Все же в атаке на карте нюк можно смело разыгрывать. И без АВП. От дефенза с этим иногда бывают проблемы. Любопытно наличие трех фармганов сразу в руках у Вега Сквадрон. А, 2 UMP, MP9 и аркада. Ой-ой-ой, поджим, который, походу, уже решил исход раунда. Там и Авик дарится сразу Робзу, который активно пытался его применить. Но все-таки Мир кое-как дает разменчиво, прозабирает калаш. А, тяжелый, тяжелый розыгрыш от команды Вега. Оскар получает в голову, но перестреливает все-таки Мира. А, Чоппер последний против четверки игроков Mousesports. Это будет 11-8. Ну, изначально аркада выглядела очень плохой. Вега, как только потеряли двоих игроков, уже было ясно, что дальше все должно идти не по плану с их стороны. 11-8, и буквально с первого девайсного начинается снова эта заварушка, снова возвращается интрига в игру, и Маус заберут себе 11-й. Ну, Вега Сквадрон, конечно, дозакупят огромное количество девайсов на следующий раунд, станут более закрыто, более стандартно. Ну, а пока урон Робза. В первой половине помаленьку, потихоньку набирал и настрелял больше 1000. А в этой пока был пацифистом, но до пары до времени в этом раунде уже даблкил дал. Этого для его команды должно здесь хватить. А, ну, конечно, уже и хватило. Они уже выиграли раунд 11-8. Вега Сквадрон. Ну, вряд ли у них так много денег, чтобы прям закупиться полностью. Но наличие трех фармганов намекало на то, что сейчас, в принципе, снова можно надропать, если кому-то чего-то не хватит, докупить авик и играть дальше, по крайней мере, еще один раунд. Так и есть. Джиар сейчас просто обязан показать суперконцентрацию и закрыть одну из позиций, будь то рампы, будь то улица. Моуза начинается со смока. Именно по аутсайду Джиар, кстати, пошел на рампу. Ну что, в принципе... Джиар пытается найти первый минус для своей команды. Кишандр занимается тем же, но каких-то ранних пробежек мы так и не наблюдаем со стороны игроков и первого и второго коллектива. Ну, Худжи теперь играет со стороны рампов. Робс пытается проходить, но только что потеряли Сани. Мир сыграл в поджим улицы. Не сказать, что это была супер жесткая аркада, но свой фраг сделал. Правда, Оскар оказался неподалеку. Робс. Он вышел рампы. Практически без инфы. Он просто пришел на рампы, буквально ровно так же, как сейчас Тика придет и убьет Чоппера. Что это такое? Неясно, но очень много позиций проиграли Вега. Они их и не занимали. Они просто не смотрели в том направлении. Сейчас еще один, это третий в спину уберет за раунд. Кто-то слишком мало играет карту Денюк. Ну, просто когда у тебя за раунд трое в спину погибают, мне кажется, здесь уже все становится ясно. 12-8. Маус, по идее, только что выбили последние финансовые ресурсы из Веги, да. Докупит какие-то пистолеты. Кишандр вообще теоретически должен дропать ВП через раунд своему капитану. Но вот по этому девайсному, наверное, можно сделать какой-то вывод. Сделали вроде бы энтри. И все. Поступает размен. Робз выходит рампу вообще без инфы. Ну, вы сами все видели. Да, дальше, ну, уже придется приигрываться. Ну, наверное, только со следующего раунда. Здесь просто похороны буквально за секунду. Упали все игроки дефенза, и на этом раунд закончился. 13-8. Последний шанс, такой вот реальный шанс у команды Вега все-таки продолжить борьбу. На карте Денюк тратятся абсолютно все финансы здесь и сейчас. В перспективе Моуза, если возьмут 14-8, могут и до 16 проехаться нон-стоп. Ой, ну, до этого времени у Веги было сыграно 15 раз карта Нюк. О чем тут можно говорить на самом деле? В таком за малом количестве. Всю историю существования Веги? Ну, вот я открыл только что полную статистику на Halo TV, открыл карту Нюк и увидел цифру 15. И в самом низу ее. Если Инферно я дал выборку за последние матчи, да, как там все проходило, то здесь, в принципе, за все время. Это да. Такой показатель, но она... просто не играется Вегой. И меня, честно говоря, удивляет, когда есть два бана, что дело доходит до такой неудобной карты. Был Cobblestone. Очень сильный Cobblestone Моузов. Поэтому, если здесь не нюк, то, скорее всего, средневековый замок мы бы с вами смотрели. Но Вега решили все-таки рискнуть на нюке и не сказать, что шансов нет. Они взяли две пистолетки, но вот развить успех не удается. Отдались пистолетом в первой половине. И вот первый девайсный во второй оставляет желать лучшего. Ну, видно, что есть определенные идеи, но конечных доработок так и нет. А когда заставляют играть от ситуации, Вега явно теряются в определенных моментах. Тот же раунд против экономического можем с вами вспомнить, когда, ну, Вега банально погибали от всех позиций. А тот раунд, где все в спину погибли.
И вот так Вега где-то, ну, возможно, еще не заканчивает карту нюк, но уже приближается к финишной прямой. Робс показал нам, как не стоит выходить под смачок, очень сильно рисковал. Но благо есть в команде мистер Оскар, который обеспечивает минус. Чоппер закрывает двоих, выбивает бомбу, видит еще одного, видит абсолютно всех. Видит всех, но забрать больше никого не смог после тех двух фрагов Чоппер. Казалось, у Кеши невероятно перспективная позиция, но все-таки Чоппер больше удалось ее разыграть. А после этого GR закрывает раунд. Вот так вот Вега закончили. Здесь удачно выскочили и дали нужные минусы. Но Мауспор 10 тысяч, еще 10 тысяч. Понятно, что не скоро попрощаются со своими деньгами. И попрощаются ли вообще? У террористов с таким запасом по финансам, наверное, проблем не возникнет. Главное, хотя бы в одном из раундов поставить бомбу. К слову, у Веги далеко не все так гладко, как могло показаться. Два кольта, два UMP, ну и Джар навики. Ну, выиграли пока только один раунд для себя. У Вега никакого стрика не было, так что тут мало о чем можно говорить в этом плане. Пытаются активно накалять Оскара, у того 36 хп, при этом сами игроки Вега никуда не лезут. Снова попытка позиционной игры. Вот понимают, что когда идут какие-то агрессивные мувы, там их Мауза ожидают и контролят. А вот какие-то необычные позиции очень часто помогают игрокам Вега Сквадрон, ну, хотя бы цепляться за фраги. Раскидка улицы от мышек. Здесь у нас, ну, по факту только Мир. Джар накидывает флешку, Мир выходит, увидел троих, одного убил. Так, дальше стоит отойти немного назад, отбрасывает молотов себе за спину. Красиво действует, вот пытается себя не подставить, и в итоге Стика... Ой-ой-ой! Догонит, догонит! Нет! Стика не пошел. 11 хп, все-таки и Молотов, и Хаешка, и меньшинство за Моуспортс заставило их притормозить. С такой траекторией Стика мог подумать, что там еще хелпующий игрок. Вот если посмотреть на то, как залетел у Молотов, Хае, слишком быстро это все происходило. Ну и слишком быстро заканчивается жизнь Джиара, который, ну вот здесь уже снайперскую дуэль против Оскара выиграть, увы, не смог. Кеша за углом его, кстати, пытался проверять, по крайней мере, Робс. О, Кишандер, он только что пострелял в сторону тиммейта, и Робс обладает 100% информацией о том, где его оппонент. Возможно, и про второго теперь можно догадаться, но нет, Чоппер все же минус дал, и только после этого погиб. Два рядовых — это вроде бы хорошо, но Маус в большинстве и уже ставят бомбу. При этом очень-очень четко контролится позиция Мира. Попытка развести на выстрел успешная. 15 хп. Ну что, Оскар теперь уже еще сложнее будет ему разыгрывать. Худжи должен понимать о том, где играет Оскар. Ой-ой-ой, ну не ждали девятку вот так вот, что Стика пойдет в наглую пикать. Оскар забрал Худжи, и на этом раунд уже заканчивается, очевидно, для Вега Сквадрон. Раунд заканчивается, но не заканчивается игра. 14-й отправляется в копилку команды Mousesports. Ну, что касается Веги, Мир засейвил киты и Мир Коль. Не сейвит. Мир. Так, 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 Мир. Садится дефьюзить. А где оппонент? Нет, Крижей не отпустил такую наглость. А все-таки тайминги были не те. Ну, найстрай, что тут скажешь. По-другому такой раунд бы и не выиграть. По-другому, наверное, и карту уже здесь не выиграть, потому что денег вновь нет. Веге приходится форсировать события с наличием юмпа, скаута, 2 CZ и 5-7. Ну, а остальным просто страдать. Страдать. Все, что приходится команде Вега. Да, тяжело, тяжело, конечно. Но тут очевидно, что у Маус карта проиграна, у их оппонентов нет. Это все проблемы. Но я думаю, на Инферно все будет порядком получше. И для Веги в первую очередь, для Маус эта карта является тоже вполне ходовой. Под... Там борьба. Ах, под флешечку, под смачок был неплохой врыв, но все-таки очень здорово разменивается звено Mousesports. Роб сбитый, прострелом уничтожают просто Леонида. Но это 2 в 4. Мир. Ну, вот вроде бы и хочется, а вроде бы и нельзя. Вдруг кто-то контролит. Но сейчас уже по инфе о том, что там начинается выход, пытается пропушить Джар. Ну, в своей ситуации, возможно, и максимум выжил, но нужно было еще больше. Со скаута одного фрага однозначно не хватило. 15-9 и 6 маппоинтов для Mousesports. Если бы не две пистолетки, скорее всего, Вега здесь бы чуть ли не с разгромным счетом отлетела. Но, в общем, мы видим уже 15-9. Может быть, как-то еще десятку отгрызут. Ну, 15 раз карта нюк сыграна была, если верить ХЛТВ. То есть здесь от Веги, наверное, каких-то невероятных достижений и не стоило ожидать. Ах, ну, увы, ничего страшного. Следующая карта Инферно. И, как я уже говорил, там дела порядком лучше в последнее время у Веги. Невероятный винрейт за последние 9 карт. Ну и, конечно, Мауза, который также не против эту карту поиграть. У них там тоже все более чем в порядке. Да уж, будем ждать каких-то супер тактик на третьей карте, потому что сейчас шансы минимальны. Шансы, безусловно, есть, но их
не так уж и много у Веги. Ну, шанс реализовать Кольда тут же, разве что, возможно, пистолеты какие-то. И, кстати, эти шансы-то покараляют. Кишандр дает два фрага, Худжи тоже два минуса. Стика, лол, хиповы погибают от рук Мира, и Вега Сквадрон только что выиграли раунд всего с одной потерей. Не спешите хоронить, говорит нам команда Вега, и тащит. Тащит очень нужный для себя раунд. Но вот слишком много денег на старте подфармили Моуза, чтобы, ну, буквально проиграв один, потерять экономику. Да, там дорога камбэка такая до овертаймов очень дальняя, возможно, даже слишком дальняя для такой команды, как Моусспорт. Но один из пяти раундов, складывается впечатление, что не дожмут. Высока вероятность, что начнут сразу же пытаться это делать. Робс уже находит фраг, Кишандр ускользает вниз по вентилям. Жаль только, что на него никто не запрыгивает. Энтрикилл обеспечивает атака, Санни красный, но живой, обеспечивает еще один минус. Ну, по-моему, здесь песенка спета. Наш друг вернулся, ну а пока 2 в 5. Вега Сквадрон, ну здесь уже можно попрощаться с Картанюк, скорее всего, только если не звено Кешандр плюс Худжи. Размен еще один для террористов, Худжи. Показал свою позицию под девяткой. Точка скомпрометирована. Ну и тут можно попытаться выйти в Тересп. Но там контролит все Робс. Ой, попытаться можно сделать уже что угодно. На Худжи ждут на всех позициях. На всех фронтах. Он Робса даже не проверит. Судя по всему, хедшот. И это счет 16-10 на второй карте. Итого счет у нас 1-1 по итогу. И мы уже готовимся к карте Инферно, которая будет следующей. Немного предсказуемо, что команды взяли свои пики, но опять-таки решающая карта на то и решающая. Инферно – самый свежий товар, на нем максимально неординарные стратегии последнее время демонстрируются. Аркады медла, аркады второго медла, пуш по банану – все это будет на третьей карте. После небольшого перерыва, друзья, на который мы сейчас и уходим. Монитор.